никому не доверять вообще. Никому. Никому, только, наверное, родителям. Угу. И то я не знаю, какие отношения у кого. Но я просто по своим могу судить. Никому нельзя доверять вообще. Тем более, если речь касается о деньгах. Никому. Здесь нет ни лучших друзей, ни братух, ни самых близких. Мы с тобой и так далее. Да мы с тобой всю жизнь. Нет, не будет такого никогда. Это все ваше, кровно заработанное. И об этом нужно думать. Нельзя доверять никому.